Всех приветствую. Утро. 21 ноября. Вторник. Что ж, чувствуется уже так. Зима пришла. -2 показывают на телефоне. Ну так по ощущениям. Ну действительно так. Это хорошо, что ветра нету. Что ж, как по ситуации у меня с этим отоплением. Были какие-то вчера ремонтные работы. И еле-еле просто работает, как работала на кухне. В зале холодное. Вот так вот. Все там в общем чате пишут, что это все чисто виноваты на ОСББ, потому что во многих домах в Запорожье вообще все нормально. Там где-то и была авария, но там все сделали. Но у нас как-то так. Неожиданно. И я же понимаю, что за это все будут платить. Как бы оно официально вступило в силу 15 ноября. И вот уже, считай, 6 дней. Это уже все будут шекели, как говорится, платиться. И человек, знаете, какой-то левый пришел. 1600 мне за свет. Как бы сейчас вот этими коммунальными вообще не весело. 1600, какая-то левая сумма. Я не знаю, что мне надо было делать за 1600 там. Ездил туда, говорит, после 20 числа. Приезжайте, будем разбираться. Ну вот. Приеду. Вот такая вот обстановка. Такое вот утро. Начал я его со спортивной ходьбы и бега, серьезно. Немного так организм надо свой. Все, подписывайтесь на канал, занимайтесь спортом, бережите себя, своих родных. Хорошего дня вам и миру.